Одежда ведущей предоставлена магазином Puncher. Сайт puncherstore.ru. Привет, меня зовут Екатерина Березовая, и вы смотрите «Бой с тенью». «Бой с тенью» — это видеоуроки, которые дают лучшие боксеры и их тренер. Здесь мы раскрываем особенности боксерской тренировки, а также коронные удары лучших боксеров. Сегодня мы расскажем вам о ближнем бою, о технике, как можно войти в эту дистанцию, а также как можно уклониться от этого боя. Я представляю вам тренера по профессиональному боксу, знакомьтесь, Валерий Ефремов. Чтобы непосредственно прийти к пониманию ближнего боя, да, мы сейчас разберем те дистанции, на которых в принципе ведется бой. Первое – это длинная дистанция. Это когда оба боксера, выпрямив переднюю руку, то, что является джебом, это основной удар, который готовит атаку, не достает противника. Чуть-чуть поближе, да. Буквально, если вот сейчас Никиту мы попросим встать в стойку защитную, да. То есть, если он и достает, в крайнем случае, до перчаток противника. Но он его достает, обязательно должен доставать одним перемещением на ногах. То есть это или шаг, или скачок. Это средняя дистанция, когда оба могут достать, не перемещаясь с места. Вот это средняя дистанция. И ближняя дистанция, когда партнеры буквально, даже находясь, когда руки находятся в защитном положении, да, они могут касаться друг друга. Они могут касаться перчатками, они могут касаться головами, плечами. То есть вот это и есть ближняя дистанция. Ближний бой практикуется только с готовыми боксерами, которые знают азы и основные приемы бокса. Существует несколько вариантов того, каким образом противнику навязать ближний бой. Нужны определенные обстоятельства. Для чего я захожу в ближний бой, да? Предположим, берем пример такой. Майк Тайсон. Боксер, обладающий разовым нокаутирующим ударом. Но он был в такой весовой категории, где он был маленьким боксером. Являясь маленьким боксером, ему очень тяжело было с большими боксерами вести бой на длинной и средней дистанции. Следовательно, ему нужно было очень быстро проходить дистанцию. Как он это делал? Он это делал или с ударом с уклоном проходил, или с уклонами наноси прямые удары. Да, просто прямые, левой, правой. С уклонами. Только сейчас я делаю эту защиту. Стою на месте, да, еще раз делаю. А вот я уже подошел с уклонами в ближний бой, да. Плюс, чувствуя дистанцию, да, я могу просто зайти с уклоном, сразу же зайти. То же самое с нырком. Он наносит мне боковые удары в голову. Вот я делаю нырки, но стою на месте. Сейчас мне надо сократить дистанцию. Ныряю. Вот я уже зашел в ближнюю дистанцию. Не всем боксерам подходит ближний бой. Они должны обладать навыками, которые им позволят его избежать. Предположим, я высокий боксер, мой противник маленького роста, да? Мне в первую очередь он навязывает, он с дистанции меня не достает. То есть для меня эта дистанция средняя, для него это уже длинная. То есть он мне проигрывает в длине рук. Ему уже необходимо навязать мне ближний бой. Ему надо пройти эту мою среднюю дистанцию, для него длинную. А моя задача — удержать эту дистанцию. Как удержать? В первую очередь, и надо иметь жесткий джеб. Но не все этим обладают. Это единицы, кто могут передней рукой бить и останавливать человека, и даже его ронять. Да? Вот. Второе – это работа ног. Сокращать дистанцию. Да, уходить в сторону, придерживать. Но и третье, даже когда пропускают противника вперед, под ручку с уклоном зашел ко мне, да, да, просто прихватывают голову, виснут весь вес свой на него. Валерий, спасибо большое. Я напомню, что про ближний бой нам сегодня рассказал тренер по профессиональному боксу Валерий Ефремов. Всем спасибо, до свидания.